Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Amazing Holy Play, первую серию. У них здесь Кирилл Путбулов. И сегодня будет обзор аренды лодок и вертолетов. Я решил сразу обе посмотреть аренды, потому что два видеоролика разделять будет глупо. На самом деле, вот вертолеты здесь ничего сверхъестественного нету. Потом расскажу насчет них. Сейчас за лодочки поговорим. В принципе. Вот эти лодочки. На самом деле, я когда увидел первый раз, я думал, это типа покупать можно лодки. Вот здесь было бы круто, если бы можно было бы реально покупать лодки. Это было бы реально охуенно. Согласитесь, да? Или могли бы хотя бы, знаете, сделать аренду лодок бизнесом. Было бы тоже круто. Кстати, насчет аптеки. Там продаются теперь дилдаки. Я не знаю, зачем это они сделали. Могли сделать лучше бы новый бизнес, это магазин секс-шоп. Я думаю, тоже, блин, круто было бы, если был бы магазин секс-шоп. Как бы новый бизнес, я думаю, это было бы реально круто. Давайте арендуем лодку какую-то. Вот, аренда лодок, смотрите. Как я понимаю, они стоят все по 19 тысяч, наверное. Так, вот такая, а не, есть подешевле. Вот, самая дорогая с 20 тысяч, да, получается. Давайте возьмем какую-то скоростную, самую, более-менее. Самая скоростная у нас это вот эта, как я понимаю, да? Можно цвет еще менять там, ну, это само собой, в принципе. Что можно цвет менять. Допустим, какой-то можно взять, вот такой вот. Давайте арендуем ее. А, красной меткой, все. Мы арендовали, наша лодка горит красной меткой. Вот она. Наша лодочка, давайте ее возьмем. Вот такая вот красавица на самом деле. Давайте заведем ее там. Во. Для чего это сделано, я, честно говоря, даже не знаю. В каких целях можно использовать эту аренду лодок. Потому что, ну, особо не побалуешься, знаете. Разве что там с подписчиками, вот как я, допустим, сделать стримы и на лодках тоже гонять. Это было бы, думаю, круто. Это было бы реально круто. Лодка бы погонять, вот так вот, все вместе. Но довольно-таки дорого. Если было бы подешевле, так бы много, там хотя бы за 1010, так бы много кто мог ее арендовать, и мы бы катались с вами на лодках чисто подписчиками. Круто сделано то, что лодки не ограничены, то есть их может взять каждый. Как бы не нужно ждать, пока кто-то покатается, знаете, когда вертолет раньше, кто-то пока полетает, и потом уже взять его. Нет, вы можете спокойно в любое время взять себе лодку и не ждать никого. Это круто. Сколько лодка разгоняется? Давайте посмотрим. Кстати, ни разу не видел, что кто-то на них катался. Я, наверное, один из первых, кто это делает, потому что, ну, людям не интересно это, как я понимаю, но мне особо тоже, кстати, интересно. Я чисто решил видос записать, но заодно попробовать. Хотя скорость довольно-таки неплохая, 128, я только что ехал на ней. Теперь бугорки, видите, начались, поэтому надо назад разворачиваться. Сейчас у нас погодка еще такая себе, туманчик, ну, такое, да. Такое себе, конечно, ну ладно, ничего страшного. Не, ну прикольно, все равно прикольно, что-то новое, да, это круто, то что аренда лодок, но лучше бы сделали это бизнесом, а лучше покупать можно было бы лодки, это было бы реально тоже круто, если бы именно можно было покупать лодки. И не как, чтобы она не занималась лодка как машина, а просто ее можно приезжать сюда было и забирать. Хотя, блин, дешевле, конечно, арендовать просто и все. Ну, соглашусь. Но если бы это было бизнесом, то, я думаю, тоже было бы круто. Там, за 15 миллионов бы поставили ее, чтобы лодка была. И все. Да, она не была бы мега прибыльная, но все же... Все же, это было бы круто. Это было бы реально круто. Так, останавливаемся. Улучшим двигатель. Все. Не будем сильно смотреть лодки, потому что я и так вам все показал, по сути. Давайте теперь... Поедем к вертолетам. К вертолетам, там тоже расскажу свои идеи, как можно было бы сделать лучше. Вот этот видос, знаете, не больше обзор аренды, а больше, что можно было бы сделать, чтобы было лучше. Вот так вот как-то назовем это. Короче, так, у нас тут... Блин, а зачем я чувак купил? Блин, на самом деле мало вот этих Honda или Hyundai, что-то была, я так и не понял.
Я не особо их различаю. Их не язычки. Давайте снимем денег, потому что мне будет маловато для аренды вертолетов. Снимем 20 тысяч еще. И итого у нас 30 тысяч. Да, все нормально, хватит. Я думаю. Так. Все, заводимся. И поехали в Рыжевск. Вертолет у нас находится в Рыжевске. В конце самом. В самом конце. Кстати, очень важная инфа насчет семьи. Я никого не выгонял. Это многие писали, зачем тебя выгнал, типа там в комментариях даже писали. Пацаны, я никого не выгонял, понимаете? Я случайно удалил семью, расформировал ее. Но я уже создал новую сразу после того, как это случилось. Я хотел просто ливнуть из организации и случайно писал фейлабы. Раньше нельзя было уйти с семьи, а сейчас после ГО это сделали, теперь можно. И тем самым семья удаляется. Я создал новую, поэтому ищите меня, звоните там, только в ВК надо писать, типа, прими меня и так далее. И я вас приму обратно. Серьезно, я очень жалею, что так получилось, потому что Фома набиралась не один день, а месяцев 4, наверное. У нас там было, блин, ну, больше, чем 500 человек, я смотрел, на самом деле. И все это пошло коту под хвост, понимаете? Поэтому давайте возродим семью. Ну что, качество прицеп остался? Что, он психанул или что? Или то у меня бах какой-то был. Мы уже почти доехали, кстати. Ну, мотик вообще круто валит. 134. Вот сейчас мотик валит как мотик, реально. Можно и погоняться с тачками. Там даже с Е63 можно погоняться в стоке какая. Ее просто можно дернуть, нехер делать. Реально, Спартак стал Спартаком именно. Спортиком. Поэтому все четенько. Можно теперь гоняться. Так, давайте поворачиваем сюда. Оп. Все. Сейчас вертолет используют для нахождения подарков. Ну, даже не нахождения, а забирания их с крыш. Вот у нас здесь находится. Вот смотрите, тут звездная полоса есть. Вот было бы круто, если бы это тоже сделали бизнесом. Было бы реально круто, если бы это сделали бизнесом. И не просто бизнесом. И чтобы здесь можно было хотя бы крузник брать, серьезно. Ну, вертолеты, да, это круто, но, блин, они уже были, это уже не новинка, понимаете? А вот если добавили самолеты, вот оттуда даже вон стартовали из-за того конца, так взлетать, знаете? Либо сделали работу. Сделали бы вообще работу, сделали бы еще там один аэропорт, чтобы люди, так, ну, может, люди летали, там, допустим, в Кремль тоже. Ну, вы поняли, думаю. Так, зачем я залез, мне нужно арендовать вертолет какой-то. Хотя, блин, ну вертолет-то не новинка, серьезно. Поэтому. Сверхъестественного я вам здесь ничего не покажу. Как аренду убрать? Блин, а тут, наверное, не показано, да? Как аренду убрать? Ага. А, Unrent. Unrent. Все. Так, у нас здесь есть Маврик, такой вертолет, такой вертолет, и все, три вертолета. Ну как и было, короче, ничего нового не добавили. Ну, давайте не знаю, какой возьмем. Они одинаково все стоят. Ну, конечно же, Маврик возьмем, я думаю. Какой-то цвет там такой прям гламурный. Вот, допустим, такой. Арендуем его. Просто его арендуем. Ну серьезно, блин, ну все же, естественно, ничего нет. Кстати, не обращайте внимания на лампу, просто у меня молотный диск не стоит, я игру переустанавливал. Но в скором времени установлю. Просто я серии подряд сейчас записываю, чтобы вам было что смотреть сегодня. А сегодня у нас понедельник. Хотя не знаю, когда эту серию выложу. Скорее всего, в понедельник и выложу. Так, давайте садимся в него, в этот вертолет. Так, и давайте его заведем. Через Ен, вы не в транспорте, в смысле? А, во, что-то баганулось немножко. Так, давайте полетели. Это чисто по фану розовый взял. Серьезно, могли бы, вот, смотрите, давайте я вам пример покажу, так, вот этот чат. Вот, отсюда бы стартовал крузник, он бы разогнался спокойно, серьезно. Делали бы лучше в аренде, чтобы некоторые самолеты... Ну что, есть самолеты, какие можно давать игрокам, там, без пушек и так далее. Крутник тот же и не только. Так, да, и самолеты могли бы давать. Ну, потому что места много, даже большой самолет какой-то можно было бы дать.
Было бы реально круто, потому что, блин, вертолеты это скучно. Они уже все надоели. Они уже давно на базинке уже, блин, второй год. А вот самолеты было бы круто, хотя бы кукурузники арендовать можно было бы. Было бы реально круто. Просто было бы реально круто. Ну, это у меня все, чуваки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.